«Наука и жизнь» – старейший и самый известный научно-популярный журнал. 2020 год у журнала юбилейный. 130 лет назад, в 1890 году, вышел в свет его первый номер. Основатель журнала – Матвей Никонорович Глубоковский, русский журналист, издатель, изобретатель, человек энциклопедических познаний, широкого кругозора. Цель журнала определена была сразу – популяризация научных знаний, просвещение и самообразование людей. Журнал выходил еженедельно и был небольшим по объему – 16 страниц. Издание просуществовало 10 лет и было закрыто в 1900 году из-за тяжелой болезни основателя и редактора. С 1934 года журнал издается под редакцией Николая Леонидовича Мещерякова. Выпуск «Науки и жизни» не прекращался ни в период Великой Отечественной войны, ни во время экономических кризисов. Новая эпоха «Науки и жизни» началась в 1961 году, когда главным редактором стал Виктор Николаевич Болховитинов, физик по образованию, журналист по профессии, поэт по призванию. Он был редактором-художником, убежденным, что можно и нужно рассказывать о науке словом образным и даже поэтическим. Конструкция, схема журнала, заложенная в 1961 году, оказалась настолько перспективной и прочной, что выдерживается до сих пор. С 1980 по 2008 год журнал возглавлял Игорь Константинович Логовский, российский журналист, писатель, автор многих научно-популярных статей и заметок. Он привел с собой новую команду людей, которые сделали журнал другим, превратив его в интересное, живое и доступное издание. Журнал приобрел огромную популярность. Его тираж в 80-е годы составлял 3 миллиона экземпляров. Игорь Константинович перевел его на удобный книжный формат, начал выпускать цветные вкладки, публиковал статьи со сложными формулами и графиками. С 2008 года и по настоящее время главный редактор журнала – физик, кандидат физико-математических наук Елена Леонидовна Лазовская. За более чем вековую историю на страницах «Науки и жизни» собрана целая летопись развития науки и техники. Здесь вы найдете статьи о недавних научных открытиях, об истории науки, новых технологиях, о людях, посвятивших жизнь науке. Физика, биология, астрономия, химия, математика, лингвистика, медицина – эти и другие науки на страницах «Науки и жизни» становятся ближе и понятнее. Для развлечения в журнале можно найти игры и головоломки, кроссворды, математические задачи и шахматные партии. Среди авторов – крупные ученые, академики, талантливые писатели и журналисты. Говоря словами главного редактора, журнал переводит информацию об открытиях с русского научного на русский обычный, делает ее доступной читателям без академического образования. Именно поэтому читательская аудитория журнала не ограничена возрастными или профессиональными рамками. Целое поколение людей, подписавшись, старались сохранить у себя подшивки этого журнала. Читать интересно и через год, и через 10 лет, несмотря на стремительный научно-технический прогресс. В 2017 году журналу присуждена премия «За верность науке». Сейчас он издается ежемесячно, как в печатном, так и в электронном варианте. В нашей библиотеке вы можете познакомиться с журналом, начиная с 1944 года.